сделать как бы вот красиво. Ты, если ты будешь читать картинку, как книгу, то есть вот как он добился этих эффектов, у тебя само собой получится эффектная картина. Если ты будешь перерисовывать каким-то образом, то очень трудно добиться эффектов. То есть незачем тогда использовать других художников. Других художников используют, вот, начинающие используют как формат, просто как, чтобы не ходить на пленэры, там еще что-то, начинающий. А опытный художник использует как читает, он просто читает книгу. Мы, допустим, читаем книгу, мы изучаем что-то, да, мы получаем новые знания. Так вот, опытный художник, он перерисовывает других художников, но он читает. Берешь книжку, читаешь ее. И здесь то же самое. Вот если ты прочитаешь, то у тебя получишь гораздо больше опыта вот, от чтения этой книги, чем от общения со мной. Держи.